Раз уж я дожила до того, как я вышла с этой сексинской... Миша, вообще с этого выхожу я уже с Атикана. Хочу вам показать вот эту лестницу. Это просто невероятная лестница. Вся с нашими наростами, да, посмотрите. Посмотрите. Как обычно идет, как это, как ракушка заворачивается. Ну, кстати, вот... Посмотрите, какие наросты, видите, да? Посмотрите, посмотрите. Вот туда вот идет, да, видите? Рыбушка такая, да? Начинается она вообще вот здесь, видите? Вот, понимаете, это вот такая лестница в Ватикане, да? Наросты все так же, как у нас на статуе, да? Только здесь как бы бронзовые. Вообще, да? Просто невероятно, невероятно. Так, все. С Ватиканами покончено, слава богу. Тебе еще Сан-Петро, правда, надо попасть. Понимаю, каким образом, что там в Сакро в этом... Что такое в Сикстинской Мадонне, в Сикстинской капелле Сакро, вообще не понятно. А, здесь еще и это, ступени, видите? Здесь еще и ступени. Ну, то есть, видите, ракушка? Натуральная ракушка, видите? Ступени, ребят. Смотрите, смотрите. Видите? Ступени. А еще и ступени. Это все ступеньки, ребятушки. Посмотрите, какие они узкие. Офигеть. Видите, видите. Класс вообще. Вот это здорово, да? $2.50. Выкидывай. Вообще евро курса. Видите, как обычно наш Ленин. Тут дырочка. Видите, как обычно наш лист, да? Без листа никак. Смотрите, какой чугун тут, кстати. Огромнейший чугун. Как плохо тут со светом, это просто невероятно. Классно невероятно и плохо невероятно. Смотрите, какой барабан, да?
плащаница десь. Дорога. Все, выходим, выходим, пока выпускают, выходим. Даже нельзя остановиться и снять. Я вышла. Вот я сейчас, да. Сейчас немножко вам стены поснимаю. Там вход, вот там мы туда заходили. Тоже так, знаете, ничёшный. Странный очень. Ребята, вы не представляете, какое счастье, что я туда вышла, живая, к тому же. Мне уже никакой Сикстинской не надо Мадонны, этой капеллы, не надо мне Бога этого спать. Вообще не надо. Я счастлива, что я туда вышла. О, солнце, да. Ну тут нарос так нарос, да? Ой, эта группа меня убивает. Посмотрите, какой вход тут тоже, кстати. Посмотрите. Он просто диагонально, видите? Диагонально вообще. Кстати. Диагонально, видите? Вот. Все, юбочка, видите? Все простенько, да, видите? Простенько. Все, посмотрите, все криво. Абсолютно, все по диагонали. Кстати, даже это ход, посмотрите, какой кривой, да? Неровный. Ладно, с Ромой мы не прощаемся. В смысле, мы ей говорим до свидания сегодня. Вот. Приезжаем снова. Вот там кольцо опять чугунное. Что за здание тоже, да, вообще? Это тоже неровное, кстати. Кстати, я круг не посмотрела. Надо было выйти как-то так. Я забыла. Выйти там, где круг. Чтобы меня тут не прибили сейчас. Посмотрите, какая стена, да? А, надо мне туда встать, да? Ай-яй-яй-яй. Вот, посмотрите, опять круг торчит. Ну, ой, ребятушки, променад сегодня. Не перо мне писать, ни в сказке там что-то не рассказать-то. Просто вообще, люди идут, я им не завидую. Абсолютно. Я это делаю для работы, для вас, для канала. Ну, у меня было, конечно, желание очень сильно увидеть палец, но у меня абсолютно... Я думала, он там на всю будет... А там на всю эту, на весь потолок, то есть. Но он там просто на маленьком расстоянии. Вот. То есть, как другие картинки. Смотрите, тут... Все, наша дырка, видите? Вот такая стена, да? Вообще невероятно. Но мы это сделали, ребята. Мы это сделали. Смотрите, круги, да, эти? Круги?
Бороста. О, ты вообще, как я это выжила. Вот нарост, посмотрите, как дубы нарост, посмотрите, как они вырастают, стены, посмотрите. Я зашла туда в 11, прикиньте. Вот эта стена, да? И вся, посмотрите, попробуй залезть в нее, да? Смотрите, сколько крюков, кстати. Кстати, какие-то еще и двойные они, да? Ну, скажут, что это наши тут убили. Ну, хрен с вами. Я для своих друзей. Ну, что же, текут просто не трясовая, представляете? Такие продольные там всего лишь. Эти продольные, узенькие. Отверстия, ладно, я не могу смотреть вообще. Хотя солнца нет яркого, но... Просто... Смотрите, как еще и закругляется она, кстати, да? Не просто ширма, так еще и закругляется. Ну ладно, я вам хоть этот шар сняла. Дойти не дошла. Хотела ведь его вблизи заснять, но я просто так устала, ребятушки, что все. Ну, сколько колец торчит. И они, видите, видно, что они выходят сами, а никто их не вбил. Посмотрите. И расщепляются еще. Ну... Уже что, все сняла, все стены, какие только можно. Еще и это тоже наше. Маленькое, потом вырастет. А? И вот эти узенькие, да? Какая стена кривая. Смотрите, какая стена кривая, да? А? Кольца наши. Смотрите, какая стена вообще. Просто абсолютно кривая. Где? Выпукла вогнутая, короче. Не буду это снимать, у меня уже нет сил стоять тут. Не могу, глаза что у меня вообще просто это. Слезы текут дальше некуда, градом просто. Вот смотрите, я там провела 4 часа, 5 часов, в 11 я зашла,
4 я вышла, понимаете? Нормально. Вот, мне нужно вот по идее на какой-то из этих автобусов. Посмотрите, какие там чугунные изделия, да, вылезают из них. Посмотрите. С узлами какими-то, да, видите, посмотрите. Тут тоже нарост такой вообще. Так, мне по идее нужно туда, на метро вот. Метро Оттавиано, да. Там Сан-Петро. Так, ладно, я пойду вот на метро, ребятушки, знаете? Фиг знает, блин. Все, не могу сейчас снимать, подождите, у меня... Я не прощаюсь еще, но у меня сейчас пока глаза очень сильно слезятся. Не могу смотреть, пока-пока.